Ну и все, что связано было с, как я уже сказала, с этникой, с культурой в первую очередь. Даже книги по кулинарии, а они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах.